И всем привет, с вами Лимбер, и это как бы первая серия по Олдфасту. Да, мы будем его проходить, я это уже говорил. Сегодня будет весело вам, но не весело вообще мне, поэтому все, не будем, давайте сильно медлить, и все, я уже нажал на начать игру. И все, начинаем. Вроде начало. Нет, кстати, вроде начало я уже знаю, потому что там у какого-то, ну, просто у своего друга я смотрел, как он немного проходил. Поэтому в начале мне будет не сильно стрёмно, но... Блин, мне уже стрёмно. Так, это, конечно... Да, конечно, да. Кстати, давайте сейчас, наверное, FM 107,9. Так, надо, наверное, потом на радио поискать. Так. Так... Наверное, надо было начать с более чего-то безобидного, то есть там с какого-нибудь DLC. Почему безобидного? Потому что там как бы... Там вы начинаете все с лаборатории, там ничего пока что страшного нет. Вот. Я все время не понимал вот этого вот журналиста, который туда просто ехал, типа, уперто туда ехал. Типа, это же так стрёмно, пипец. Я просто в шоке. Эй, я просто не понимаю этого мазохиста. Так. Надо взять папку. 17 сентября. Это мы читать, естественно, не будем. Так, батарейку. И камеру. Так, все взяли. Окей. Кстати, а как открыть документы? То мне что-то прям стало интересно, что там было написано. Да ёперный. Зачем мне это ночное видение? И зачем, я спрашиваю, зачем мне ночное видение, раз я иду в какую-то церковь, в которой 100% чего-то света, допустим, нет. А, это не церковь, это лечебница, точно. Так, стоп, а как тут документ активен? Вот, информатор. А вот, давайте сейчас почитаем. 17 сентября 2013 года. От вот этот e-mail, кому e-mail'у, тема «Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерков». Или Мерков. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю и не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Ух, так, все, начинаем. Подождите, это у нас вот это заметки N. Сейчас я буду разбираться в управлении. А как достать камеру? Так, стоп. Я на что-то тыкну. А, это у нас правая кнопка мыши. Так, окей. Так, сюда заходим. Что тут есть? Так, вот присесть мы можем. Кстати, вроде как мы можем залезать под столы. Блин. Password. Так, ладно, клавиатура какая-то. Она не от Razer. Что-то все прям плохо. Так, почему нельзя посмотреть содержимое компьютера? Ладно, не суть. Ух, блин, так, вроде кто-то сейчас должен за нами в окне наблюдать. Вот это 100% я такой знаю. Ну-ка, стоп. Не, мы вроде не через парадный вход должны входить, а через что-то вот... Стоп, левая кнопка... А, все, мы на атаку должны дверь открывать. Так, да, вот он. Вот. Вот вы его видите. Я надеюсь, вы его увидели, и мы вроде должны не через парадный, опять же, вход, а через... Или нет? Блин, я не знаю. Вот тут стоят джипы. Потом вы увидите, что здесь военные. Сильно спойлерить не буду, но... Блин, хотелось бы заспойлерить, ну ладно. Так, давайте откроем. Блин, друзья, пипец. Вообще идея не моя, я бы никогда не снимал бы Half-Life. От слова совсем. Вообще никогда бы не снимал бы его. Может быть, если бы у меня была бы аудитория там в миллион человек, они бы меня попросили, возможно, на стриме как-нибудь.
Блин, и, кстати, еще забыл, у нас будет такой, ну, не челлендж, а, наверное, условие, то, что я не буду орать. А, кстати, сейчас вот что-то с этим окном, как бы сейчас включенная камера позволяет приближать или удалить. А, все хорошо тогда. Стоп, а чего отсюда никто не падает? Ладно, пофиг. Так, лезем по лестнице. Этих лестниц нам придется встречать очень много. Так. Какая-то низкая все равно скорость. Так, вот так вот мы все забираться можем. Assassin's Creed. Так, ну, кстати, пока что... Потому что я комментирую, сильно много говорю, мне не совсем страшно. Как включить... вот, ночной вид... А ночное видение настолько плохое! Блин! Пацаны, это прям вообще плохо. Это прям очень плохо. Я не знаю, я, возможно, на первой серии это прохождение и закончу. Это вообще без шуток. Я думала, оно мне все будет освещать, а оно вообще не все мне освещает. А куда идти? А, вот. Я слепой вообще, дверь тут у меня стоит. Так. Тут я сразу говорю, скоро будет что-то наподобие скримера. Да я вас сразу предупредил. Так. Надеюсь, от этого скримера, который я ожидаю, не обосрусь. Вообще, на самом деле, я перед записью сходил в туалет и как бы вроде глина в кирпичном заводе кончилась. Так, о, мы можем какую-то папку взять. Так, давайте посмотрим. Заметки. Это же документы. Да. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Маунт Мессив, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году, была вновь открыта в 2009... Господи! Компанией «Психиатрические исследования Мерков», скрывающей под личной благотворительной организацией... Ой, господи, извините. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда. Похоже на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии. Или филантропия, так-то болезнь какая-то. Но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Ой, блин, так, меня, друзья, блин, 7 минут всего записи прошло. Можно на показатели будет 30... 34 минуты? Потому что видео будет где-то 30-35 минут. Ура! Ой, тьфу, вентиляция. Хотя бы что-то радостное. Так. Вроде... Господи! Какого-то человека испугался. Мне это вообще не нравится. Вы сейчас скажите, что я сыкун, но это так и есть. Я ужастики никогда не проходил. От слова совсем. Это сейчас без шуток. Я никогда не проходил ужастики, потому что я не мазохист. Фух, так, меня это как бы напугало, но я это вообще не удивлен, потому что я тут уже был. Ой, блин. Так, я, кстати, не понимаю, как вообще... Я, кстати, вообще не понимаю, как эти бойцы, типа, как-то так вот получилось. Так. Чё, ну идем туда, вперед, к этому чуваку. Чё нам еще сказать? Стоп. Чё тут есть в туалете? Чья-то рука. Ой, дайте туалет и бумагу, да? Так. Так. Ну, я тут точно знаю, то, что он нас должен выкинуть нахрен. Так. Поросенок, да-да-да. Это меня сейчас не совсем испугало, потому что, типа... Кстати, вообще меня удивляет, как главный герой после этого выжил. Блин, это только начало, и прошло всего 10 минут от записи. Чуваки, это ж пипец какой-то.
Ага. Так, я... Ну, сейчас все сами прочитаете. Такие моменты я, наверное, буду молчать. Так. Как у него легкие не отбились, я не понимаю. Типа его кинули с такой вот высоты. Сейчас, секунду. Да. Ну, вы видите, да? С такой вот высоты. Вот отсюда. На пол. А тут у нас плитка. Это, наверное, полный бред. Что-то камера вообще не от Sony, поэтому все мутно прям. Все плохо. Так. Ой, блин, так. Тут мы тоже шарить будем. Ой, блин. Так. Ну, к этому чуваку мы обязательно обязаны подойти. Вообще не удивлюсь, если он на нас накинется. А, нет. Дистрофик. Чуваки, здравствуйте. Знаете, вообще как бы успокаивает то, что как бы тут есть такие живые люди, а потом их просто не будет. Потом будут всякие скримеры, от которых ты будешь убегать. Ну, синоним это маньяки. Кстати, как менять батарейку у камеры? Так. Чё он тут дышит, я не понимаю. Ну чё, страшно, что ли? Да, действительно. Так. О! Чувак. Вот что бывает с людьми в компьютерных клубах. Вот, вот видите, они вот так вот заседают и как бы и все. Сидеть по 2 дня в компьютерных клубах это плохо. Так, ну пока живой. А, он же там. Точно. Так, чё, лезем обратно? Угу. А, вот, мы бегать можем. Все отлично. Я подумала, эта способность позже откроется, когда за нами кто-то побежит. Да-да-да, на меня накинется. А, водим мышкой, водим мышкой. Пипец какой-то. Так, ладно, это только начало. Ой, блин. Я надеюсь, что это будет кто-то смотреть. Потому что, реально, я это снимаю сейчас через силу, через боль. Пипец. Я сейчас вспоминаю то, что это только начало. Что это было? А, вот левая кнопка. А, это подсказка, да? Так. Я серьезно, я не понимаю, почему вот, типа, просто не взять и уехать отсюда? Я не знаю, окно выбить. Он что, слабак, что ли? Типа... Ты чё? Сейчас баг, конечно, прикольненький. Мы не можем взять ничего, да? Так, это у нас охранник. Есть в крови. В общем, давай ему сюрприз. Так. Обернуться на бегу. Стоп. Зачем нам это? Вот сейчас только не говорите, что это прямо нам сейчас понадобится. И самое страшное, что... Нет, я туда не пойду. Я вообще никуда не хочу идти. Вот почему вот... Блин. Почему я? Почему не кто-то другой? Давайте кто-то за меня будет снимать... Ой, господи. Так. Я бы ему туалетную бумагу дал. Так, ты живой? Нет, не живой. Так. Сколько... О! Это я сейчас по крови... Да, по крови толкался. Ой, блин, я надеюсь, что это видео забанит из-за цензуры. А, нет, Outlast вообще не банит. Плохо. Очень плохо. Я бы тогда перестал бы снимать видео по Outlast. Пипец. Так. Так. А, вот. Вот зачем нам. Чё? Типа, по логике, эта дверь должна отодвинуться. Так.
Ура, все, компьютерное место. Давайте тут скачаем контру и будем тут играть. Или Майнкрафт. Я вообще не против. Так, ждем. Ну-ка, стоп. Да, ну нет. Да в смысле? Спрячьтесь в шкафчике и не пытайтесь браться. Кстати, вроде как против маньяков, вроде как не против вот этого вот гиганта работает такая хрень, как вот типа Ctrl-Ctrl-Ctrl-Ctrl, ну, все время приседать. Вот так вот. А, фу, все, пропустил нас. Ох, блин, так, это ж просто жесть. Так. Давайте еще подождем. На самом деле я бы застрял бы еще на последующие 15 минут в этом шкафчике. Пес, выходить, не выходить. Ой, камера. Так, да, давайте видим. Так, ладно. Он вроде ушел туда. Ну пипец, серьезно в подвал идти? Так. Что тут есть? Опа. Давайте почитаем. Даже во время заметок никто не убьет. Так, не то, не то, документы. А, вот, мы целых две не прочитали, отлично. Просто спасают меня эти документы. Психиатрические исследования Мерков. Проект Вилли-Ридер. Лечебница Маунт Мессив. Дело номер 174. Пациент УПХ Билли. Дата консультации 14.10.2012. Первичное обращение 12.04.2009. Ой, 2009, да. Возраст 19 лет. Пол мужской. Лечащий врач Карл Хьюстон. Не проверено. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдение беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормонной программы. Ой, симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмии быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы Мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. А, доктор Трагер, сейчас секунду расскажу. Это у нас чувак с ножницами. Не знаю, можно спойлерить? Нет. Ну, короче, он нам отрежет пальцы. Вроде как безымянный. На заметку, единственный трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер, ответственное лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознание. Психиатрические исследования Мерков, проект Вальридер, лечебница Маунт Мессив. Так, еще один документ. Программа МК Ультра. Документ ЦРУ, номер... Не суть. Страница первая. Выдержка. Для подшивки. Тема гипноз, исследования, эксперименты. 10 февраля 1954 года. В среду 10 февраля 1954 года исследование гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маунт Месси в Колорадо.
по ниже описанным направлениям. Краткое изложение. Это мы на русском будем писать. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснуть при оказании пальца. Угу. Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выражение ей ранее страха перед любыми видами огнестрельного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна. Пользуясь любыми возможными способами, а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Чё? Ей было внушено, что она испытывает гнев такой силы, что, не задумываясь, застрелит мисс Джексон за то, что та не просыпается. Лоу. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета мисс Джексон, и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены его. Разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. Извините, что так читаю. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрством состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. Вот черт. Идем. Стоп. Заменить батарею. Так, давайте-ка. Так, все. Мне кажется, меня бы мой друг бы он был убил бы за вот это нерациональное использование батареи. Так как он в этой игре ас, ну, так скажем. Угу. Он, ну, кто-то кого-то хотел позвать. Фу, так. Ну, алло. Чё, с камеры не могу сбираться? Так, ну, стоп. Для запуска генератора включите два бензозаноса и центральный выключатель. Я не понимаю, кто придумал в подвале вообще делать всякие выключатели. Почему бы это не сделать где-то на поверхности? Не в какой-нибудь служебной комнате? Вообще, зачем такую игру страшно делать? Я не понимаю. Есть же любители хоррора, блин. Мне-то орать вообще нельзя. И поэтому у меня тут как бы вообще издержка какая-то. Ох, блин. Так, а где что делать-то, алё? В смысле, каких два бензозаноса? Где что он там был? Вот эти, что ли? А, вроде нет. А, вот дверь. Ой, ничего не видно. Чтобы вы знали, я включила яркость на максималку. И то есть, блин, я не думаю, что настолько все плохо. Так, все. Один включен. Сейчас что-то должно произойти. Да. Допустим, вот эта дверь, она откроется. Так, смотрите. Показываю гайд. Когда? Так. Так, тихо. Чувак, успокойся. Я ж тебе ничего такого не это. Так. Чувак, тихо, стой. А, сюда же бежать. Я ничего не вижу. Да пипец. Меня он вообще не сильно пугает. У меня вот вопрос, куда бежать, блин. А, просто оторваться от него, серьезно?
Все так просто. Пипец. Так он же меня не видит. Серьезно, тут так прятаться можно? А, все, тогда моя игра. Ох, блин. Так, давайте-ка он, наверное, уйдет. Или что? Или что делать-то? Я не понимаю. Ох, пипец. Так, ладно. Так, он идет. Да как он увидел-то меня? Что за бред-то? Я не понимаю. I'm not understand this game. Чё тут понимать? Тебя просто мочкарит. Чувак, давай это, успокоимся. Зачем тебя меня убивать? На мясо, что ли? Я чуть не понимаю. Привет, привет. А, ну все, он меня убил. Отлично. Так. Ну, кстати, ударов на меня где-то там, наверное, он мне их 5 нанес. Теперь я знаю, сколько ударов мне хватит. Хотя что-то хорошее. Так. А, мы отсюда прям начали. Стоп, а мы же все документы почитали, да? Да. Все это отметилось. Не, я заново бы их не стал бы читать. Потому что все хорошо. То бы уже кто-то бы испугался. А, вот, все, наив. Так. Так. Ой, блин, так. Идем в ту комнату. Блин, я не понимаю. И дай бог, это никто не посмотрит. Не знаю, просто вообще была идея, типа, ставить условия, допустим, 5 лайков, и выходит следующая серия, но, к сожалению, эти 5 лайков не наберется, мне придется вам делать. Вам делать хоть как. Так, ладно. Так, давайте-ка... Опа. Да привет, привет! Я не понимаю, куда идти. Сюда? Давайте просто походим, типа, пусть он нас побьет, мне вообще как бы пофиг. Тут побегаем, тут побегаем. Так. И разберемся заодно, куда идти. Что надо сделать для... А, серьезно? Стоп, извините, что я так туплю, но серьезно, я не знаю, куда бежать. Типа, я не тот человек, который, типа, допустим, очень легко проходит, может пройти Half-Life. Типа, не именно проблема, там, допустим, с каким-нибудь Гаргантюату, что он все время убивает. Или там, ну, просто с каким-то мобом, который все время убивает. А вот именно куда идти? Я серьезно путаюсь, я не могу. То есть, мне нужны игры, которые прямолинейные. То есть, они тебя сами, как бы, это, как сказать, приводят. Так, мне что-то даже и в этой игре не могу ничего найти. Куда идти, серьезно? Вот только вот это и нашел. Типа я тут методом тыка вообще повсюду хожу. Так, ладно, уже тут сэкономим заряд. Так, да что тут так все темно-то, ёпина. Надоедает уже. Я не понимаю этого вот церковника. Типа ему самому не страшно? Я вот реально, вот, чё за бред вообще? Так. Вот он куда-то уходит, да? Отлично. И в это время мы должны потихоньку, повторяю, потихоньку, блин, идти вот сюда. Так. Кстати, это точно так? Ну ладно, это не флужни. Так. Разрешение. Так. Так, я все время забываю, что типа на взаимодействие с предметами на левую кнопку мыши. Да серьезно, это вот так вот все и должно было просто выглядеть.
Типа, мы просто ждем, когда он там это уйдет. Все так просто. Все так реально просто. Пипец. Вот это я, конечно, это я да. Я не знаю, что тут сказать. Так. Мы же туда, куда надо, пришли, да? Даже? Или нет? Куда тут идти? Блин, ужасное качество, господи. Так, а, кстати, где-то тут камера должна. Где-то тут должна быть камера. М-да. Как тут разработчики-то подумали о том, что тут стоял этот священник. А, точно. Так уже надо делать. Когда кто-то идет. Так, ладно. А, он что, дверь сломал? Я думаю, что такие за... Ай, так, ладно. А, вот он у нас рядом. Фух, так, ладно. Давайте, наверное, на этом будем, наверное, завершаться. Потому что я больше не могу. И следующую серию мы начнем... начнем с этой вот позиции, с этого шкафчика. Вот он ушел, поэтому у нас хорошие тайминги. И поэтому... так, давайте-ка, наверное... А, вот, сохранить и выйти. Все, отличная кнопка. Я ее просто обожаю. Ну, чтобы по окончанию видоса, мне хотелось бы вам сказать. Естественно, ставьте лайки за мои старания. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И заглядывайте в описание нашего видео. Там будет очень много полезных ссылочек. Ну, а две обязательных, которые вы можете сейчас... сделать. Это, естественно, перейти на нашу группу ВКонтакте по ссылке в описании. Там нажать на кнопочку «Упоминать о новых записях». И вам будут, естественно, приходить уведомления, то, что у меня вышел новый прекрасный видос, в который я вложил свою душу и немного кирпичей. Также в описании вы можете найти канал, ссылку на канал Kingdom Games, который снимает такие игры, как World of Warcraft и Medal of Honor. Ну и дальше там, естественно, будут другие игрушки, тоже очень интересные. Ну и, в принципе, все. Также у него ставим лайки, подписываемся на канал и выполняем все условия, которые выполняем у меня. В общем-то, затянулась у нас концовка. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!